Tibetans and friends of Tibet from around the world. Greetings from Moscow, Russia. I would like to let you know that on the National Uprising Day, the 10th March, we're all united. We're all for Tibet. We're all from Tibet. One world, one Tibet. Now I would like to address a small message to all the people who speak Russian, who probably don't know about the situation of Tibet. In Russia, there is a lot of people who don't know about Tibet. I would like to tell a few words to all of them. Дорогие друзья, 10 марта – годовщина национального восстания в Тибете. Компания «За свободный Тибет» по всему миру проводит акции, посвященные трагической дате, акции, посвященные современному состоянию дел в Тибете. Мы рассказываем о том, что происходит с Тибетом сейчас. По признанию Организации Объединенных Наций, ситуация с правами человека в Тибете сейчас едва ли не самая плохая на планете. Первое место держит Северная Корея, второе место Тибет. Как вы, возможно, знаете, более 140 человек в Тибете для привлечения внимания к тем страданиям, которые переносят люди внутри Тибета в настоящее время, подвергли себя самосожжению. Это ужасные действия, это грех с точки зрения буддийской религии. Но они сделали это совершенно осознанно, чтобы обратить внимание на ту ужасную ситуацию, которая происходит сейчас в Тибете. Поэтому я призываю всех, кому не безразлично, что происходит в мире, кому не безразлична ситуация с правами человека в разных странах, прочитать о Тибете, узнать о Тибете и присоединиться к акциям, локальным акциям компании «За свободный Тибет», глобального движения «За Тибет» по всему миру, в ваших городах, в ваших странах, везде, где есть люди, которые говорят с вами на одном языке. Спасибо. One World, One Tibet.